Да что ж такое, черт возьми, все исправил. Наверное, твоя застряла в этом мире по какой-то другой причине. Я хочу вечный покой. Думаешь, это прикольно, да? Думаешь, это смешно, да? Сволочь! Успокойся! Чёртов глупый б***ь! Что ты натворил? Это не я, это призрак! Я даже не знаю, что лучше, наказать его или вызвать врача. Думаю, лучше вызвать врача, а я его пока накажу. Что скажете, доктор? Ваш сын страдает от серьезного психического расстройства. Он уверяет, что с ним беседует дух его покойного друга. Обычно так проявляется шизофрения, вызванная каким-то трагическим случаем в прошлом. Думаю, лучше забрать его в клинику и исследовать там. О, боже, нет! Так, постарайся расслабиться. Все идет хорошо. Постарайся не шевелиться. Все хорошо, сейчас ты почувствуешь легкий щипок. Не волнуйтесь, какова бы ни была его душевная травма в прошлом, мы ее вычислим. Ну что ж, после 14-часового обследования могу сказать, что определенно страдает синдромом подавленной памяти. Видишь ли, когда мозг хочет что-то забыть, он создает некоторые образы и звуки. То есть... Призрак — это мое воображение. Все это время. Ты нам веришь? Да, сэр, конечно, сэр, я верю. Отлично, мы далеко продвинулись. Завтра продолжим исследование, а теперь тебе надо отдохнуть. Спокойной ночи, милый. Не волнуйся, я тебя вытащу. Пожалуйста, оставь меня в покое. У меня и так задница болит. Я узнал, кто нам может помочь. Смотри. Эксперт по паранормальным явлениям. Она скажет, что делать. Это просто образ, вызванный трагическим происшествием в моем прошлом. Она скоро закрывается, пошли скорей. Я ненавижу свой мозг. И явно не тянет на ангела. Хотя человеком тоже его не назвать. Ну нахер такое смотреть. Пойду домой. Голос. Ха-ха.
меня просто. А чтобы поставить, там надо полностью менять. Легче купить новый комп просто. Купаж просто. Стал дайте-ка угадай, вы выбрали мотель? Да. Я почти... Алло! Ничего не почувствовал. Будто пощечину получил от бабы. Армагеддон. Меня кикнули. Взрываю. Заебись. Сумки. Смотри. Ну, с тебя с мясорубки. Ну, а сколько вас? Кто? Паша. Уйди! Где этот куст? От бедра. Нихуя себе ты, блядь. Вот он. Шар выдал. От бедра. Вот, да. Александр, с тобой страшно бегать рядом. Страшно же, блядь. Так просто попал. Ты что, блядь? Просто не убил, не знаю как. Чё ты стоишь? Так, глазам своим не верю. Привет. Не смей называть меня, посмотри на тебя, ты опять за решеткой. Ну да. Какие сказки ты наплел? Ты же прекрасно знаешь, что ты этого не делал. Как? Он весь вечер провел с нами. Сколько раз мы тебе говорили, что нельзя признаваться в том, чего не делал? С нас хватит! Ну, у меня 40 часов допрашивал, а потом вколол мне сыворотку правды. И это твое оправдание? Похоже, я совершил ошибку, я тебя выпущу, сынок. Только подожди, домой доберемся, сказочник недорезанный. А можно я останусь в камере? Пожалуйста. Рад вас видеть, вы потрясающая публика. Зачем? У нас есть задержка в прямом эфире, нет? Блять. Господи Иисусе! Пресвятые небеса! Чёртовы угодники! Тут на цели стоит. Можно за мусор крест. На мосту. На мосту. Ездить ты учись, козлина. В домиках. Ай! Воля! Бляха, муха! Ай-ай-ай! Бля! Ай! Блять! Так нечестно, вы сукины! Ай! Что ты, блядь? А че за дьявол овация в шоколаде, как это? Я да вишня. Сами! Сука! Отсидит там. Я не хочу проблем, берите, уходите, берите, уходите. Хорошо, хорошо, я буду открывать кассу. Вы доиграли? За помпом. О, боже! Если не было. О, боже! Ахмар! Опа, откуда звук? Не подъебывай, мы с тобой вместе пришли. Ты же убийца. Ты самая кровожадная сволочь из всех, что я знаю. И за это я тебе очень хорошо них. Плачу. Есть на правде. На медик. На крыше есть. Красная. Смотрите. Класс. Красная. Красный убил. Их вверх. На крыше сидит. На крыше снайпер. Крыша. Да, я сплю. Там же был. Сука. На что нам близко кто объяснит? Вы уничтожили отряд врага. Победа за... Как это точно называется, ребят? Ах, куда пошёл, ба! Практически зал слова. Я продлеваю пиздельвизельные процедуры еще на час. Защитите стратегические объекты. Бар-бар-бар-бобик.
На скалах. Похуй. Мост двое еще стоят. А он, короче, в кусте лежит на тракторе. За понтами есть инженер. Позже подката. Пачка у нас. Задегом, задегом. А, зависимости. Пусти, блядь. Не забуду момент, когда впервые сказал, что жалеет о том, что родился. Никого не один. Понимал. Есть, никто не будет. Есть, кто шел, папа всю тройку. Двойка, двойка. Так. А, они опять сидят там. Бомба у нас, бомба у нас. Опять? Да как вы это делаете? Ай, бомба. Нихуя себе. На двойке есть уже. Фланжи на двойке уже может быть. Нет, понял твой. Ну, не в пункту уже, да, на двойке. Броня за тобой бежит. У меня упор. Нега, иди сюда, нега. Ну, тянусь сейчас. Гори в аду, пидор. Давай, подруга, шевели конечностями. Я сзади двое. Я двое, двое. Сзади бежит. Это пиздец. Ни хера тебе, вот это да. Да, бля. Господи, что за нахуй? Сука. Наш отряд уничтожен. Миссия провалилась. Раунд начался. Ну я посмотрю все-таки. Прям все пошли, слышишь? Двойку пошли. Я готов. Что? За контами есть. На воде инженер. Закоцал двоих. Граната пошла! А, зашел, на ёб твою мать. Да. Но у меня прокат. Прокат. Мост. Команда врага уничтожена. Это арку. Что есть? Ты что, сломался, ну-ка, блядь? Ты... Ну, резай. Тормози, прояви уважение к парню. Окайн. Блин, на планту, ну че, нет, вообще, на планту прям. Второй этаж, нет. Чуть за хуйня. Я на первый ушел. Попыт? На нуле. Какая нахуй разница? Там, блин, плавается. 90. Реснул еще на нуле, двое. Прикрыть. Здорово! Разлетелись. Требовал, прием. Дайте ноль. Рынок иди. Пойдем, давай. Рынок зимы. Синенько, трое. Спасибо. Где я лёда возьму? Дым кинул, стой, не беги. Следующий. Гранат первый. Давай, братан! Съебни их, как следует! А, блин, да чё за нахуй? Сиди в углу. Какого хуя? Как он туда попал? Центр, я ебись, мудила! На двойке, Алекс, на двойке. Что стоит? Ты за хуя пиздишь, а? Если все так и продолжится, то я споткнусь в свою самооценку! Бля.
Зажмурьте, я быстро закончу. Я не хочу, давай все решим конструктивным диалогом. Интересный факт, ромашка это символ детства и первой любви, невинности, скромности. На домик. Перетягнуть может. Заходил, а, нет. Заходит. Пробежал уже на дереве где-то. Блять, как флэн зашел, алло. Пиздец, как дерево, куда дерево смотрит? Хавик где-то на мосту отходит. Ты там? Если бы не ты, уже был бы там. Хули тебе надо? Рот посмотри. Убил. Бля. Пленту ресуются, они в пленту ресуются. Не любим мы тебя. И, блядь, не забывай об этом. Дерево. Дерево постоит. За пленту. Дерево. Хорош. Я, короче, мышку разобрал. Валим, блядь. Граната пошла. Побереги. Можем начинать. Мост есть. Ну, первый этаж. Первый этаж. Ход с нового. Блядь. Ездим. Ёб твой трамвай. Я тебе член на лоб присобачу. Еще первый. Блядь. Дырка, снайпер чекает. Бомбы че не поставили. Какого хрена? Сука. Да блядь! Теплое окно. Прокат зашел. Реса меня, пункту сразу, медика. Да, на один, блядь, прокидывай. Первый этаж есть. Человеку бакину. Ставлю. Ну я же первый стрелял. Со спины, ребят. На мусорке. На мусорке подсёк. За домом. Ну сейчас дыму уже, мужики, буду. Вижу, нахуй, меня убивает. Боже, какого хуя? Чёрезать будем. Чё ты припёрся? Отстань от меня. Второй этаж 90. Костя тёплый. Мусорка. Лучший. Дерево 90. Дерево. Давай! Нет, что за хуйня? Я не хотел. Ай! Блядь! Второй. О, больно. Костя. Да. Кстати, подбирал этот. Фармит, не? Ну давай. Давай. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Первый этаж есть. На два. Бомба потеряна. Пока. Поднимайте. Фунту. Каменный мост. Фронтон иди. Двое на камен. Кидаю гранату. Игрок. Фунту двое. Два меда. Смотри, видал кунты, пиздец. Я готов. Где он там? Пока. Мне нужна броня. Бомба взята. Бомба потеряна. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Раунд начался. Толкаю.
Это один будет. Уж близко. Да, один. Ну близко же говорю. Дырявый. За пунктом. Хаммер. Ебать, сынок. Хаммер, резко будет. Кажись тебе пиздец. Как он ушел? Там еще был на хаммер. Туду поезда пиля отходит через 5 минут. Маршрут пролегает через шоколадную дырку туннеля. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Сена. Сена. Слева. Ой, колё. Ты чё, ебанутый? Что ты там делаешь? Достань пистолет, убей. Это было просто пиздец. Ты согласен? Да, блядь! Планту. Два планта. Резать плант. А, тут двое за контами у них. Один в планту, двое за контами. Убейте одного. Победа за нами. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. Мусор убил. Первый этаж двое еще там. С нашим. С нашим убили. Вот как там. А что в тебя метеорики бил? Я не взял. Да как бы. Мы проиграли. Да не. Враг встретил бомбу. Бля, пиздец нахуй. Что мамка скажет? Раунд начал. Бомба взята. Отлезь, гнида. По мосту идут. Бомба установлена. Камень на двое. Вода. Фурм. Спина, спина, ребят, заходит. Длина. Широко. Вода на камнях стоит. Ну, наверное, там еще шторм должен быть. Наш. Прессу. Да, шторм на нашей стоит. Блять! Вода ушел. Все бойцы противника убиты. Разрулил ситуацию, в общем. Пускай они на плен заходят. Неудержимый. А двойка, да? Ой-ой-ой. Мозголом? Мозголом? Да, троих с этого тела. Мозголом? Ты в порядке? Эйс. Да, не. Привет, ребят. Как вам известно, я один из продюсеров вашего фильма. К сожалению, у меня плохие новости.
Вам нельзя смотреть трейлер вашего фильма. Чего? Серьезно? Вы шутите? Трейлер слишком похабный для детей вашего возраста. Там наркотики, насилие, матюги. Хотя мы решили, что в фильме вам все это можно, но смотреть, как вы все это делаете в трейлере, вам нельзя. Это ж пиздец. Да, пиздец. Ты можешь так говорить, но смотреть, как ты это говоришь, тебе нельзя. Вот это пиздец. Добро пожаловать в Голливуд. Быстрее, уроды! Меня не устраивает такая ситуация. Слово «ситуация» — смотреть словаре между сиськой и сифилисом. Кто так проходит полосу? Веселее! Не спать! Шевелись, шевелись! Эй, слон! Сквозь эти трубы пролетать надо. Тебе что, уши мешают, да? Лети, ласточка, лети! Эй, скажи этому маменькину сынку, если он не залезет до верха веревки, я его на ней повешу. Повесит, понял? Переваливай свой толстый зад на ту сторону. Перевалился на ту сторону. Заткни рот. Никто отсюда не уйдет, пока средний результат не будет минута 20. Да ладно, он не может. Оставьте его в покое. Я и сам с трудом смог. Слишком мокро. Ах, мокро, говоришь? А думаешь, вьетконговцу не наплевать? У него одна забота — тебя замочить. А если речь идет о жизни и смерти? Но у нас не идет речь о жизни и смерти. А теперь... считаю до трех. Раз. Два. Вы что, совсем дураки? Она же учебная. Ну и кто теперь дурак? Be out of here seconds after the canister comes through the window. Any questions? Good luck. Nice throw. Went in, didn't it? Everybody at present and accounted for? I feel good. Ah!